Мода на ювелірні прикраси ніколи не проходить. Навпаки, у часи кризи експерти радять вкладати гроші саме в дорогі прикраси. А далі сюжет, в якому провідна ювелірна компанія представить сучасну колекцію ювелірних виробів. Мы поздравляем члена клуба успешных женщин Ирину Балан с 10-летним юбилеем компании «Сайдаймонд». Хотим пожелать успеха в развитии и как можно больше благодарных клиентов для Ирины. Спасибо огромное ей за то, что она у нас есть и приносит нам много радости своей коллекцией. Я верю, что каждый камень может приносить как одному человеку какие-то привилегии в жизни, так другому человеку этот же камень может принести какую-то неудачу. Мне нравится, что в наше время мы можем выбирать камни, мы очень много о них можем знать, видеть. Ну и вот как этот магазин дарит нам возможность увидеть, посмотреть, приобрести при возможности и пользоваться всю жизнь. Новую коллекцию от ювелирного бренда «Сайдаймонд». Это «Великая богиня». А одно из этих украшений в данный момент на моей руке. Это кольцо «Великая богиня Канон». Настоящий шедевр. Сегодняшний день уже ювелирный бренд «Сайдаймонд» поднялся на ноги и уже достаточно прочно утвердился на ювелирном рынке Украины и за его пределами. Вот, поскольку украшения «Сайдаймонд» они необычные, они все созданы с душой, в них в каждое украшение вложен очень глубокий смысл. При создании каждой коллекции дизайнеры изучают достаточно много материала и сопоставляют в дизайне достаточно много мотивов, то есть подбирают не просто камни, скажем так, и оправу для них, а вкладывают в это все внутренний смысл, внутреннюю подачу. Высказать большую благодарность владельцу бренда «Сайдаймонд» за то, что он создал такую компанию, создал такую команду, которая радует людей с каждым днем и продолжает радовать все больше.